Добрый день, дорогие друзья. Вот мы решили сделать химчистку в домашних условиях вот нашего дивана. Одолжили специальный пылесос для химчистки у фирмы Tool Center. Ага. Пауза. Вот набрали воду в емкость. Вот, и вот одну порцию вот порошка химии заливаем в емкость. Угу. Так, и подготовили палочку. И палочкой ее 2-5 минут перемешиваем воду для лучшего растворения. Вода должна быть теплая, не холодная, не горячая. Как мне вот сегодня днем объяснял Рома. Вот, и теперь приготовленную жидкость наливаем в эту емкость. Вот, опять повторяем. Включаем на разбрызгивание. Интересное ощущение после сухой химчистки дивана вот, моющим пылесосом, предоставленным компанией Tool Center. Наш диван очистился от пыли вот, и различных загрязнений за 2 года службы. Вот, и мы надеемся, что и в дальнейшем будем использовать этот сервис по аренде моющих пылесосов и проведению сухой химчистки в домашних условиях.